вместе весну. Ждем ее. Пойдем, Садик. Пойдем. Да, да. Поговорим про любовь, про весну. Что, правда, что тебе в детстве нравился Кирилл Андреев из «Иванушек»? Ну, был такое. Ну, да. Чего ты стесняешься? Не, я не знаю. А знаете почему? Нет. И понять этого не могу, поэтому и спрашиваю. А что, это разве так странно? Нет, это замечательно. Я же жила в кабарде Болгарии, где все черненькие. Так. И он был черненький. И как бы у меня не было вообще понимания, что ребята могут быть другими, кроме как черненькие. А потом я уже переехала в Москву, стала звездной. А ты, а Матвейчук? Беленький? Вот я и говорю, что для меня это был бы абсолютно инопланетянин. Я-то совсем беленький. И вы инопланетяне. Что ж ты себе только Андреева-то выбрала? А вот человек... которому совсем можно придумать волос. Любой цвет волос. Вахтанг. Любой. Слушай, спасибо. И еще не могу не спросить тебя. А сейчас тебе кто нравится? Можешь только мне сказать. Это услышу я и еще несколько десятков миллионов человек. Честно? Лишь бы хороший был человек. Вот уже нет этих вот. Черный, белый, лысый, богатый, бедный, пузатый, худой. Нет, ну если добрый. Прям совсем страшный, это прям страшно. Так, подожди. Подожди. Подождите. Хороший был момент. Значит, по одной позиции-то я уже прошел. Что там ты про пузатых? Ну, как бы, ну, всяко бывает в жизни, знаете. Ну, ладно, ладно. Полюбишь и пузатого. Сейчас я тебе нажму кнопочку. Ой, такой. Скажи, пожалуйста, еще один вопрос, который не могу не задать. Я думаю, тебе его часто задают. Вот эта фамилия такая замечательная. Казанова. Прости, это от слова казан? Извини. Скорее всего, разные версии происхождения фамилии. Папа говорит... Ну, не Казанова же. Не, ну, Казанова. Папа хочет почему-то в это верить. А, говорит, что вот... Я не знаю, молодец, почему, папа. Вот, но есть версия, правда, что это что-то из крымских, может быть, или там каких-то других татар, что все-таки слово казан. И в нашем кабардинском языке тоже есть слово казан. То же самое, да, означает. Да, казан называют вот ту же кастрюлю казан. То, в чем казан, мясо, плов, рис, плов. Да, еще есть мыло, которое по-кабардински называется казан. Казан, казан. Мыло забыла, как по-кабардински. Я забыла, как мыло по-кабардински. Мыло? Ой, папа расстроится. Главное, чтобы ты не забыла. Казан сабын. А главное, чтобы ты не забыла, что такое мыло, а как оно называется? Вспомнила. Казан сабын, или черное казан мыло. Сабын. Казан сабын. Казан сабын. Хорошо. Да. А ты сама, а я не знаю, почему, сама да. Чуть казане готовишь, нет? Я же кабардинка. Почему в казане? Но есть же блюда, которые можно готовить только в казане, знаешь? А в казане. Конечно. Это типа плов. Про казан. А вот, кстати, не наше национальное блюдо. Конечно, у нас не очень ваша. Эскетичная но кухня. Но очень вкусная. Ну а какое самое вкусное? Блюдо наше. Да. Для гургажара пастора. Что это такое вообще? Что это такое? Ты что сейчас сказала? Для гургажа это вяленое подсушенное мясо, да. Прям вяленое его на солнце как-то, да. Определенным образом. Очень соленое, чтобы оно не испортилось. Так. Потому что наши предки были кочевыми, это важно было. И оно еще обжаривается на огне. Угу. А паста это та же мамалыга, либо из кукурузной муки, да. Либо из пшена. Да. Вот. И вот эта пресная паста, почему она паста? Я давно не ел, извини, если можно, сократи это. И вот это соленое, вот такое жесткое, но очень вкусное. А черт с ним, главное мясо, да. И вот они вместе как бы хорошо. А я вообще вегетарианка. Через недельку принесешь, договорюсь с автоматом. Хорошо. Круто, правда, я привезу. Правда, правда. Тебе все, что не скажи, все правда. Вот кнопочку сейчас нажму. Стоп, теперь старт. Леди Гага, Алехандро! Ты любишь Леди Гагу? Ну, то, что она очень талантливая, это факт. Она и же ни на кого не похожая. Да, она интересная. Ты знаешь эту песню? Да, знаю. А как одевается? Тебе нравится? Ну, вот это мне как-то претит. Я тебе вот так нравится? Люблю. Еще как и нам люблю. Так нравится тоже. Леди Гага, Сати Казанова. Живой звук, канал Россия. Не спим, встречаем весну вместе. I know that we were young and you may love me, but I cannot be with you anymore, Alejandro. She's got both hands in her bargain. No hands in her bargain.
Choose nothing to lose. Don't call my name, don't call my name, Alejandro. I'm not your babe, I'm not your babe, Fernando. Don't wanna kiss, don't wanna touch, just smoke my cigarette. Don't call my name, don't call my name, Roberto. Alejandro, Alejandro. Alejandro, just let me go. She's not broken, she's just a baby. But her girlfriend's like a dead, just like a dead. No words planned, burn before him. He's got a favorite girl, I'm complimenting. You know that I love you, boy. Heart like Mexico, rejoice. Сати Казанова! Не уходите! Влад Вахтан! 92, ну и хрен с ним! 92 балла, и эти два... Балла. Эти два не балла, а два быка, сработавшие, у которых сыграла на красное. Эти два человека в роли Алехандро, грузинского Алехандро, у которого движения переходили, и нашего Алехандро. Модного нашего Алехандро. Ну, я вас понимаю. И как ты пошла в таком этом, в своем. Это же кровь. Да? Да? Кровь. А до этого вот эти движения пятой точки, это были движения Леди Гаги? Я не знаю, как-то песня такая. Как ты вот это вот там делала? Ну, что ты там делала? Don't call my name, don't call my name, Alejandro. I'm not your babe, I'm not your babe, Fernando. Don't wanna kiss, don't wanna touch, just take my cigarette. Don't call my name, don't call my name, Fernando. В следующий раз приносишь мне это вяленое подсоленное мясо, делаешь два этих движения, 100 баллов, я гарантирую.
кстати, Леди Гага, это стихийное бедствие, невероятные наряды, яркая такая, эпатирующая сексуальность. Это для нас, если то это вот как для нас, как Алла Пугачева в 1977 году. Вот один в один по воздействию на нас тогда. Вот что такое сегодня Леди Гага. А вы знаете, там гениальный финал. Там замечательный в самом конце. Алехандро, не надо мне твоих поцелуев, не надо мне твоих прикосновений. Просто докури эту сигарету и заткнись. Вот финал этой песни. Вы поняли, Алехандро?